Спортивное сообщество Дагестана присоединилось к акции по сбору средств на строительство духовного центра имени пророка Исы, мир ему. Так, накануне Абдурашид Садулаев вместе с коллективом и воспитанниками спортшколы, названной в его честь, внесли свой вклад в это богоугодное дело. Спортсмены несколько дней назад объявили добровольный сбор, а сам олимпийский чемпион пожертвовал квартиру. Напомню, что в строительстве масштабного объекта может принять участие любой желающий. Эта стройка так и называется – народная стройка, потому что ее строит народ. Весь хадис пророка, мир ему благословение, который гласит, человек, который построит мечеть в размере дома Куропатки, Всевышний построит дом в раю. И поэтому у нас сегодня в республике строится один из самых больших объектов нашего времени – это духовный центр пророка Исы, мир ему. И мы видим, что каждый человек в нашей республике принимает активное участие. Мы хотим передать эстафету школе Хайдарбека Хайдарбекова. И хотим, чтобы все школы приняли участие в этом богоугодном деле. Спасибо вам.